Значит, друзья, скоро надвигаются большие выходные и самый главный праздник в этих больших выходных 9 мая. Хотелось бы данную композицию посвятить этому прекрасному дню, потому что если бы не эта победа, то, скорее всего, мы бы тут не пели с вами и не стояли тут, и не радовались тому, что, в принципе, можно играть музыку, танцевать и радоваться. Спасибо, друзья!